Привет, друзья! Сегодня я в гостях у Стефана. Вы уже знаете, не просто у него дома или в тренажерном зале. Мы находимся в Кайзер Юниверсити, в одном из 20 филиалов. И вы видите вот здесь, я так понимаю, это комната тестирования, как лаборатория у Виктора Николаевича Силуянова, которую вы уже все видели. Но Стефан расскажет более подробно. Вот здесь специальные какие-то такие вот велотренажеры, дорожки, но я так понимаю, это не просто оборудование. Да. Здравствуйте всем. Здесь мы находимся в Кайзер Университете в Орландо. И это наш лабораторий. Примерно все знания, которые я получил с Силуянов, я пытаюсь более-менее сделать тоже в Америке. В Америке. И вот здесь у нас есть несколько приборов Monarch. У нас 4 есть. И все для тестирования. И здесь у нас связано с кардиокоуч. Кардиокоуч — это оборудование, которое связано с компьютером и 3D Bunny. Также на кардиокоуч мы сделаем аэробный порог, анаэробный порог, МПК. И сделаем тестирование на максимальную мощность. У нас на велосипед. И у нас это знание и этот дата, которую вы получаете, можно использовать для разных видов спорта. Это важно для... Это трейлер, друзья, это будет скоро. Я где-то, может быть, в течение месяца, через месяц, да, я приду, когда Стефан будет свободен, потому что сегодня было мероприятие интересное. Тоже вам об этом расскажем. И вы узнаете много очень интересного. И я никогда не проходил такое тестирование, только когда занимался в детстве футболом. Кое-какие у нас были физдиспансеры, мы что-то проходили там, село, метр, объем легких. И здесь мы будем включить, Егор придет к нам, и будем в маск поставить, газ-анализы сделать, и будет интересно, потом связано с большой компьютер, и будем все это посмотреть, как уже определить возможность, и именно аэробный порог, анаэробный порог и МПК. Максимальное потребление кислорода. Поэтому будет интересно, это просто чтобы вы знали. И тоже и могу сказать, наш стрим. Да. В следующую пятницу, 19 число, в 10 часов вечера по Москве, Стефан, вы уже все его знаете и любите, Салим и Григор, мы проведем стрим, прямой эфир на тему, которую вы постоянно от нас просите. Это как совмещать занятия в тренажерном зале с боевыми искусствами, с футболом, баскетболом, в общем, с другими видами спорта. Не пропустите, обязательно готовьте ваши вопросы, можете под этим видео их присылать, и мы на все будем отвечать, те, которые будут поступать в прямом эфире. Будет очень интересно. Да. Задавайте вопрос, мы будем посмотреть, сами люди вопросы сразу лайв, будем на все ответить, будет интересно и жду вас. И что это не все, мы еще со Стефаном снимем много видео о тренировках. Мы вам показали, как тренировать гликолитические, мышечные и окислительные на увеличение миофибрил. И вы просите, мы скоро сделаем ролик о том, как увеличивать митохондрии. Мне самому это тоже очень интересно с практической точки зрения. Да. Всем пока, друзья. Давай. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось, и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба. Кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно.
Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.